Мы продолжаем разговор на тему православия как секты с бывшей инокиней Ладой. И что еще? Что еще? Какие еще признаки секты вы обнаружили, читая специальную литературу по сектоведению в Русской Православной Церкви? И, конечно же, очень интересен именно ваш опыт. Как Конечно, это все будет с примерами. да. Голословно. Значит, еще один из признаков сект – это жесткая иерархичность структуры вот этого всего. Именно вот эта жесткая иерархичность, она позволяет держать всех адептов под строгим контролем. То есть вы сами понимаете, как вот оно все. И Валентина Муренкова рассказывала, как все ходят в послушании. Прихожане слушаются священников, священники слушаются епископов, епископы слушаются архиепископов, там, митрополитов и прочее, прочее. То есть непослушание считается очень страшным грехом в церкви. Вот. В монашестве считается страшным грехом, и вообще в церкви считается непослушание признак гордыни, а гордыня это качество самого дьявола, сатаны, то есть когда вы не слушаетесь, когда вы перечите начальству, даже когда вы просто пытаетесь спорить и отстаивать свою точку зрения, вам говорят, ты что, осатанил? Ты что, Бога не слушаешь? Ну, прям вот я видела, как вот, например, в монастыре было, да? Я благословила, ну, то есть игуменья говорит, я благословила, и это воля Бога. Так, я благословила тебе там спать, не спать, есть, не есть. Я благословила тебе идти туда, сюда. Я благословила тебе, ты хочешь петь на клиросе? Нет, ты не будешь петь на клиросе. Ну и что, что ты очень хочешь? Ну и что, что ты можешь? Ты не будешь петь на клиросе. Ты будешь стоять на свечках в храме. То есть вот со мной такое было. То есть я очень хотела петь на клиросе, мне прям очень сильно хотелось. Все молодые сестры стояли на клиросе, а меня там очень долгое время игуменья держала просто в храме, и я следила за свечками. Я А плакала, я что значит стоять на свечках в храме? этими свечами следить там. Потухает, затушить в эту, убрать там, зажигать свечи новые там. Ну, вот это вся церемониал вот этот вот. То есть вы не продавали свечи, а просто... Нет, то есть вы что, туда не допытывали? Там на свечах стояла очень матерая монахиня старенькая. Она все знала. Все правила церковные, все. Она еще могла прихожан поучать, что так надо, так не надо. То есть, понимаете, молодую сестру вряд ли поставят на свечки, потому что она не будет там махать шашкой направо-налево, она будет со всеми вежливо, деликатно, а там уже нужна власть, там и над прихожанами власть. Вы не там свечку ставите, вы не так пришли, вы зачем пришли сегодня в штанах? Да лучше бы вы вообще не пришли, чем так пришли. Ну, то есть, как бы, ну, тут отвлеклись, и суть-то в чем? Продолжаем разговор. То есть, даже если человек хочет, даже если у него там какие-то задатки есть, но если игумен или игуменья захочет вот так вот вывернуть судьбу, вывернуть, вот как ему взбрендит, он это прикроет Божьей волей. Это воля самого Бога. А ты молись и смиряйся. Может быть, Господь мне на сердце положит, разрешит тебе потом как-нибудь. Ты молись, терпи и жди. Вот.
Вы знаете, то же самое, вот этот великий старец всея Руси, архимандрит Наум, благословлял. Вы знаете, сколько судеб переломано вот таким вот благословением? И вот он говорит, все, тебе воля Божья в монастырь. Приезжает к нему молодая девчоночка, да подросток, там, девочка там 14 лет с мамой. Он говорит, вот ее в монастырь. И это, или мог поженить, или мог в монастырь. То есть и люди слушались, сколько таких судеб переломанных. Просто сейчас даже, понимаете, для чего вообще вот я говорю? Вот почему я вообще об этом решила говорить? Чтобы люди включали мозги и ответственность за свою жизнь. Вы в церкви никому не нужны. Вы там нужны просто как ресурс, человеческий ресурс, который можно просто использовать. На вашу жизнь всем там наплевать. Всем. Если у вас что-то не получится и что-то пойдет прахом, вам скажут, вот терпи, это тебе Господь скорби послал. Вы понимаете, они там всегда найдут оправдание своему неразумию и своим грехам. Понимаете? Они всегда, они скажут, это воля Божья, это Бог сказал, а я проводник воли Божьей. Поэтому вот эта вся иерархия, она там держится, они там на самом деле все понимают, и священство, и священноначалие. А вы думаете, они что, не видят там, кто есть кто? Все видят, все понимают, люди-то там не глупые. Но при этом вот это все так и остается. Бывает, знаете, сколько вот я видела изумительной духовности батюшка, священник. Действительно настоящий священник, который за людей переживает, который самодурством не занимается, который действительно помогает людям, и даже деньгами, и продуктами, и, я не знаю, и связями своими, и очень изумительный батюшка. Вы знаете, вот сколько на таких священников идет поклепов и доносов? Самых лучших, самых адекватных и самых светлых людей выедают поедом. А вот эту всю, извините, шушерню, которая только карьеру делает, и которая там только ради своей корысти, она там, вы знаете, живет и процветает. Поэтому, что касается иерархичности, в общем, вопрос обозначен, кто умеет, кто имеет глаза, тот увидит все это. Кто даже сейчас вот в самой церкви внутри, я думаю, что люди слушают, они понимают, о чем я говорю. О том, какие бывают священники, потрясающие духовности, батюшки. И они не в милости у епископов и владык. Они просто подвергаются гонениям. Причем очень адекватные, здравомыслящие, адекватные люди. Я не имею в виду сейчас игумена Сергия, который совсем там удивляет, мягко говоря, даже самих православных удивляет. Я говорю об обычных, нормальных, адекватных священниках, которых немало, но и не так уж много, потому что большинство там все-таки не от Бога люди. Вы знаете, я просто, вот сейчас вот просто, вот православие в картинках. Я вот вспоминала вчера, у меня просто вот эта вот картинка всплывала. Как-то вот служба идет, это уже во втором моем монастыре, идет служба, читаются катехизмы, и мы просто сидим с одной из сестер на скамеечке. Тут прихожане ходят, все. И обычно во время катехизма священники выходят исповедовать народ. Вы знаете, идет один из священников, один из иеромонах, он иеромонах. Вы знаете, как он идет по храму? Вот мы просто увидели с... Как он идет? На четвереньках? Нет. Я вот сейчас сказала слово, мы офигели. Это мягко сказать. Просто идет, понимаете, вот так вот всем. Вот так вот идет с рукой. И всем прихожанам сам руку дает. Целуйте.
То есть к нему вот эти бабушки идут, а он прям вот, все, он одной, другой, третий, он идет с вытянутой рукой, целует ему руку. Я-то молчала, но эта сестра, она такая острая на язык, она прям аж вскрикнула: «Ну надо же, батюшка!» Он такой на нее так посмотрел. И она такая говорит: «Очень приятно, царь, да?» Потом этот батюшка ее так хотел. Ну, как-то что-то у них конфликт даже с этой сестрой был. Она там ему тоже хорошенько так его пропесочила насчет вот этого вот царственного поведения. Ну, то есть, вот такое. Так это вот адекватный батюшка так действовал, да? Это неадекват. Ну, это же, конечно, это за рамки. Неадекват. А вообще, а что там адекватные? А что вообще там делают адекватные, разумные люди в церкви? Ну, что они там делают? Они там... Вот знаете, не мне как бы говорить о том, о выборе. Ну, люди так выбрали. Об адекватности, да? Да. В силу каких-то причин. Я причины свои обозначила, вот почему я там была и что меня туда привело. Но эти люди, я не знаю, какие у них причины, я не психоаналитик, не психолог. И, да, но и вы не их... общались, что ли, с ними? Вот так вот по душам какие-то разговоры, что-то человеческое? Эти люди очень любят Бога. Они очень много делают добрых дел. И монахини, и священники. И они об этом никому не говорят. Как у нас вот одна монахиня, она выкармливала какого-то человека без определенного места жительства. Она его выкармливала и дохаживала. Он где-то умирал, где-то под мостом. Она ему кушать носила, не благословляясь. В тайне. Кто бы ей разрешил? Она ходила, кормила его, там еще каких-то вот людей такого же плана, без определенного места жительства. Он больной умирал, и он, когда она приходила, он говорит: «Вот идет благословенная». И он умер у нее на руках. Вы знаете, я об этом когда узнала, вы знаете, я думаю, вот не зря человек жил на этом свете, понимаете? И таких дел добрых очень много. Вот у таких людей, истинно любящих Бога, истинно любящих ближнего, у них таких дел очень много. И поверьте мне, среди мирских, обычных людей, даже неверующих, очень много добрых, хороших людей. В церкви их намного меньше. Альтруистический тип личности, альтруисты, да. Угу. Да, да. В церкви очень много зашоренных, запуганных людей. Но... В церкви меньше хороших людей, чем в миру. А когда вы вышли из церкви, что произошло? Когда я вышла из монастыря, я поняла, что в миру люди более адекватны, более просты, в них нету этого зла, этого напряжения, этих догматов, этих заморочек, потому что религиозные люди, они очень заморочены. Они просто так, они ничего не могут. Они же не могут сесть и покушать. Им же надо перед едой помолиться. Они же не могут просто что-то сделать. Им же тоже надо какие-то там замороки сделать. Они же не могут просто пойти человеку помочь. Им же надо взвесить все и перевесить. А кому я помогаю? Может быть, это враг Церкви Христовой, а я ему помогу. Понимаете? Замороченность очень высокая. Люди в миру намного проще, адекватнее. Среди них есть очень много добрых, хороших людей. И я поняла одно, что вот конкретно вот в монастырях больше стукачества, больше подлости, именно такой тихой, скрытой, в миру этого лукавства намного меньше. У обычных, нормальных людей. Хотя тоже есть хитрость, но не в такой степени. По крайней мере, понимаете, люди обычные, они не прикрываются святостью, они не носят маску праведности.
Понимаете? Так, продолжаем, Максим. Еще один пункт. Непогрешимость лидера. Вот, лидера, да, то есть, ну, это как раз вытекает логически из предыдущего, то есть непогрешимость патриарха, ну, непогрешимость вообще всего священноначалия, что бы оно ни творило. Считается даже, что говорить об этом великий грех, о котором надо каяться. То есть люди поговорили о том, что там что-то не то они увидели, они потом все равно это на исповеди в этом каятся. То есть вообще запрет, запрет на обычное, нормальное какое-то оценку того, что люди делают. А вот вопрос, можно тогда, Лада, вот патриарх посещает ли монастыри? И был ли он в вашем монастыре? И что сестры и там думают о патриархе? Как относятся? Вот вы слышали о том, что там какая-то матушка игуменья купила себе дорогущий Мерседес, что патриарх там купается в роскоши, у него там, что он такой, миллиардер и так далее? Я слышала об этом, кстати, от самих даже верующих. Я не знаю, в монастырях все благолепно почитают патриарха, молятся за него. А вот на приходах, вот обычные прихожане, которые именно умные уже, именно умные и адекватные, они не недолюбливают патриарха. И они тоже, ну, то есть такие, то есть люди тоже далеко не глупые там. Просто я не знаю, почему они до сих пор там. Но то, что у патриарха в роскоши купаются, вы знаете, мне от этого, вот лично мне ни горячо, ни холодно, вот прям вообще. Мало ли кто в нашем мире как живет. Мне вот как-то вот больше интересует, как я живу, и как моя совесть, и как у меня внутри. А то, что кто там, что там, это их. Да, ну правильно, но мы же говорим об общих правилах, которые существуют в церкви, в монастыре, и они же, вы же перед Богом-то равны все, и устав-то для всех один, и... Да. Но вы же так не живете. Да. Ну вот действительно, формально... Вы понимаете, в чем заключаются двойные стандарты учения вот этого, что формально перед Богом мы все его дети, и даже неверующие, и какие-нибудь там сектанты, мы все его дети, мы все перед ним равны. Но есть более равные. Вот почему-то считается, что кто вот начальствующий в церкви, к тому вот автоматически идет какое-то вот почитание. И это считается нормальным. И при этом, что бы он как-то особо не делал. Хотя, вы знаете, сейчас вот что-то вспомнила и забыла. Прям, а вот как же эта заповедь? Не сотвори себе кумира, да. Есть только там Бог и все, и ему служи и поклоняйся. Ой, тут же знаете, как эту заповедь можно толковать? На разные лады. Есть, бывает, знаете, очень бывает, почитают каких-то священников на приходах там или каких-то старцев. Это же тоже кумиры. Там и люди их слушают, и судьбу свою под откос пускают ради их благословения там. Ну, то есть это тоже такое сотворение кумиров. Но так, чтобы сильно почитали священноначалие, нет. Там в основном почитают каких-то старцев, которые предсказывают апокалипсисы, и почитают каких-нибудь батюшек, которые умело, ловко манипулируют. А так, что прям почитали это священноначалие и любили там, нет. Ну, видно, конечно, видно. Вы знаете, к нам не приезжал патриарх в монастырь, но к нам приезжали, ну, архиепископы, митрополиты, епископы.
Ну, вы знаете, большая разница, как их принимали, как кормили сестер и как кормили владык. То есть вот идет общий ужин, ну, конкретно говорю за мой монастырь. Сестры едят рис пустой, без ничего, с хлебом, и запивают чаем. А у владыки на столе там, и, ну, это пост, и грибочки, и овощи, и там у него картошечка молодая, отваренная, и там какие-то дранички нажаренные. Ну, постное, но очень вкусное все. И вот так полный стол. И компотики, и ягодки, и все. Сестры сидят, жуют вот этот рис с хлебом. По сути, хлеб с хлебом, и запивают чаем. И вы знаете, владыка сидит и говорит: матушка, а ты что, постоянно так сестер кормишь? Но у них сегодня на обед рыба была, а там вот такой вот кусочек рыбки был. Вот такой вот. Не переживай, владыка, едят они нормально. Владыке аж самому, ну, он все-таки был совестливый человек, но ему самому как-то было не по себе. Ну, совестливый не пригласил вас за стол-то? Ну, оно не положено. Но он мог взять, нарвать яблочек и пойти раздавать сестрам. Там, матушка, я пошел сестер угощать. Мог набрать, ну, там, привезти с собой каких-то конфеток. Ну, хороший был владыка. Ну, сейчас он на пенсию вышел. Вот он ходил, сестры где-то работают. Я помню, мы рыбу чистим. Ну, октябрь месяц, вот этих карпов чистим, а холодно. Владыка бежит, ведро кипятка несет, пакет с конфетами, со сладостями несет. Сестры, сестрочки, сейчас у вас будет чай. Я вас сейчас буду чаем поить. Все равно, понимаете, ну, это редкость тоже. Владыка хороший просто был. Но все равно, даже дело не в том, что владыка хороший и совестливый, а дело в том, как к обычным людям относятся и как принято относиться к священноначалию, то есть их там кормят, вы не представляете, у них там морепродукты на столе, у них там их очень вкусно и дорого кормят в монастырях. Ну что ж. Разница очень большая. Я плохих епископов, ну, слава богу, не встречала. Хотя, вру, был один. Он на меня косо смотрел и сказал: нет, я не разрешаю тебе идти учиться. Сиди в монастыре, смиряйся, и все. Ну, учение же свет, да, а там вот проучил тебя, потом обратно. Максим, я вам, знаете, скажу, это было очень правильно, потому что если бы я пошла учиться, я бы выучилась, я же была очень такая рьяная, верующая, я же изучала сама историю церкви, я очень хотела все это знать и догматику изучала. Если бы я выучилась, я бы как пошла миссионерствовать и как бы начала обращать людей. Так что я очень рада, что меня не пустили учиться и остановили в этом моем рвении. Я вышла из монастыря и стала учиться психологии, что намного лучше и полезнее. А вы хотели учиться в семинарии, что ли, да? Я хотела курсы катехизаторов, ну, там, чтобы просто именно выучиться, там, история церкви, догматик, чтобы это знать. Потому что мне было в свое время интересно. На самом деле, вы понимаете, почему мне было интересно? Потому что учение о человеке, оно такое там простое, оно такое, ну, светлое. И вот на фоне вот этого мрака, который творился вокруг, как там... Вот эта вся аскеза непонятная, вот эти все непонятные, вот это психологическое насилие под флагом «я вас смиряю, я вас спасаю». Просто учение о том, что человек —
Это создание, это образ Божий. Он призван для вечности. Это очень красиво звучит. И в то время мне очень это нравилось. Я поэтому хотела учиться, потому что это какая-то такая очень пьянящая, красивая сказка религиозная. Понимаете? И с помощью этой сказки-то и входят в православие, а потом остаются и в мозгах только как бы попоститься, как бы помолиться, как бы съездить к святым местам и все. Одни ритуалы, одна какая-то внешняя сторона. Но тогда мне искренне хотелось все это знать. Но слава истинному Творцу, который, наверное, точно не в церкви, что он меня остановил, сказал, не надо тебе. Ясно. Ну, с помощью слов обманывают, это мы знаем прекрасно. Вот. Но вы, тем не менее, научились распознавать неправду. А что еще там про эти секты у вас? Ну, смотрите. Вот еще один пункт. Вот еще один пункт, который просто пронизывает всю жизнь православного христианина, а особенно православного монаха. Признак секты – подавление рационального сознания, подавление здравого смысла. Вот. Это, по сути, все способы манипуляции сознанием. Под это заточено учение святых отцов. Отсекай свою волю, отсекай даже свои помыслы. Ты не можешь, твоя голова и твое сердце не могут породить ничего нормального и адекватного. Слушайся только начальство, священноначалие своего духовника и заповедей Божьих, и все. То есть, вопреки здравому смыслу, ну, например, да много примеров, когда элементарно человек хочет замуж, да, как вот я рассказывала про иноки. Ну и она, в принципе, никто, вообще по законам церкви, никто монаха в монастыре не должен держать насильно. Если человек хочет уйти, он имеет право уйти и выстраивать свою жизнь так, как он хочет. Но у людей отбирают право выбора. И вот, понимаете, подавляется вообще здравый смысл во всем. То есть людей и так запутывают вот этим учением. Причем я вот вчера, когда вот анализировала, я понимаю, что полностью вот в своей какой-то совокупности православное учение, оно именно заточено на то, чтобы подавлять здравый смысл, чтобы человек отключил голову и не думал, чтобы он просто слушал, что ему говорят, выполнял заповеди, чего бы ему это ни стоило. И все, подставлял бы вторую щеку, отдавал бы последнюю рубашку, понимаете, умирал бы, там, я не знаю, постился бы. Вот. То есть вообще вопреки здравому смыслу. Ну вот смотрите, например, вот просто пример комичный, реально комичный. В первом монастыре там все было очень догматично, там просто, я не знаю. И там очень были распространены книги вот этого архимандрита Наумы. То ли он их писал, то ли писали духовные чада от архимандрита Наумы. Но там были огромные, толстые вот такие талмуды, вот таких размеров. Например, сотницы, называют сотницы, букварь истины. И вот много-много разных там истории там, я не знаю, видимая брань и невидимая. И вот в этих вот талмудах, вот в этих томах, вот просто надергано со всего вот этого, отовсюду просто, со всех святых отцов, там цитаты всякие, какие-то статьи о том, что надо слушаться, терпеть, какие-то жизненные истории о том, что и все это, вот просто сквозь все это проходило одна какая-то такая ненормальность, что вообще надо свою волю отсекать и не думать. Вы знаете, как там в этих книгах была написана история мира? Что, оказывается, Земля существует, там сколько-то там,
5000 лет всего нашей планете. Это на полном серьезе. Там сейчас идет 5000 какой-то там год. Понимаете? И когда я, ну, мы как-то поехали с сестрами куда-то там какие-то дрова в этом в лесу собирать, сухие вот эти. Я увидела какой-то красивый такой камень, кусок скалы, и там было, ну, отпечатано какое-то растение. Я говорю одной сестре, ну, она была старшая, это была казначея монастыря, это одна из самых таких, ну, это помощница матушки, она имела власть тоже. Я говорю, мать, вот посмотри, вот отпечаток, вот это древнее растение, это сколько миллионов и миллиардов лет, вот планета Земля, вот эти эры. Она такая говорит, никаких миллионов и миллиардов лет не было. Земле 5000, ну там, 5000 с чем-то лет. Это все чушь. Это наука придумала вот эту чушь, чтобы людей от истины отводить. Понимаете, какой абсурд? Вот оно, подавление рационального сознания. И таких баек, и такого маразма, я другим словом не назову, там очень много. Вот вплоть до того, что не лечиться не надо, на врачей не надейтесь, надейтесь только на Бога и пейте святую водичку, мажьтесь соборным маслом, и вы выздоровеете. Вот. У некоторых такой бзик есть. Некоторые более-менее нормальные, конечно, православные, они понимают и даже говорят, что нельзя пренебрегать врачами, что медицина — это не просто так, что лечиться надо. Но есть такие особо, особо фанатичные люди, которые говорят, меня Бог вылечит. Бог мой врач. И в монастыре вот в первом это было как бы девизом. Во-первых, ты заболел, потому что ты очень сильно так что-то согрешил. Ты как-то что-то прям сильно согрешил. Что ты тут заболел? И вы знаете, как у нас игуменья говорила? Вот если ты заболел, вообще-то тебя еще наказывать надо. Потому что ты согрешил, и тебе Господь вот эту болезнь дал. Надо тебя наказать еще, чтобы грех-то с души ушел. А грех уйдет, и болезнь уйдет. Ну, то есть полная глупость, мягко говоря. То есть ничего совершенно, никакого здравомыслия там нет. Там намешаны, вот в той же Библии намешаны какие-то истины, но с таким мраком просто. Почитайте Ветхий Завет, вы просто будете удивляться всю дорогу, что Господь говорит, иди убивай, а тут же говорит на следующей странице, я так люблю своих людей, я так люблю свой народ. А потом он говорит кому-то там из этих, убей вот этих вот, потому что они меня не слушают, это же его же народ, вот он их... То есть никакой логики. То есть... Вопрос такой, Лада, вот вы сказали, что иноки не хотят замуж, да, вот... Ну, не, некоторые молодые, особо рьяные, которые с детства в монастыре, ну, а какая нормальная девушка не хочет... Человек-то все равно остается человеком. Как бы его там не пытались обрубить... Вы понимаете, что вот из человека делают обрубок, образно говоря, обрубок, реально обрубок. У человека потребность любить, у человека потребность быть понятым, у человека потребность создавать семью, растить детей. Зачем эта потребность? Отсеки ее. И вы знаете, у нас же много потребностей. Вы же как психолог понимаете, насколько... Опасно пренебрегать этим. Насколько опасно незакрытые потребности. Особенно детские потребности незакрытые. Там ребенка недолюбили, недоласкали, там еще что-то. Как потом это на жизни сказывается? Так вот православие, по сути, это из человека делает какой-то обрубыш просто.
отсеки свою волю, отсеки свои хотелки, ничего не желай, живи, как будто ты уже помер. Вот и все. Где тут вообще здравый смысл? А вот эти байки про бесов. Вы знаете, есть вообще такое вот реально мракобесие. Во время зевоты надо крестить рот. Вот, Максим, оказывается, вот все серьезно, это серьезно, даже не смейтесь. Вот зеваете, и вот у вас открывается рот, и может залететь бес и вселиться в вас. Поэтому во время зевоты рот крестить как минимум 3 раза неистовым крестом, чтобы бес в вас не вошел. Через рот. Вот такие байки. Вот, ну где здесь, реально, где здесь здравый смысл? А то, что женщина, уже вот женская природа, она же подразумевает быть красивой, быть ухоженной, желание нравиться, чтобы горели глаза, красиво одеваться, украшения, макияж. Это реально нормальная женская потребность. Но ведь там же женщины, посмотрите, как ходят. Просто обнять и плакать. Обнять и плакать. Никакого макияжа, если она особенно такая верующая, никакого макияжа, никаких красивых одежд, я не знаю, там глаза в пол, ты что улыбаешься тут? Я помню, просто, ну это прихожанки обычные, вот в монашестве это просто, даже вот между собой, когда разговариваем, нельзя не смеяться, ну улыбаться можно, но смеяться тоже грех. Смеяться грех. Вот такое мракобесие. Хотя, вы понимаете, православные разные бывают. Есть православные, которые спокойно и жизнерадостные люди, они говорят, да какой это грех? Господь же заповедовал радоваться, радуйтесь. А кто-то вот особо мракобесный, говорит, какая радость. Ад нас всех ждет и апокалипсис. Ой, а вы знаете, сколько баек и сколько... просто небылиц про Антихриста, про последние времена, про эти пророчества. Вот эти старцы, вот, ну, наши недавние современники, которые уходили, они же тоже пророчествовали там, за ними записывали эти пророчества. «Я уйду, после моей смерти будет крах православия, придет Антихрист». Там вообще... Ну вот вы обсуждали желание замужества там, да, но эти разговоры пресекались, наверное, но все-таки уходили девчонки потом, да, из... Ну кто еще сохранял какую-то здоровую часть психики, кто еще не был сломан вот этой доктриной, вы понимаете, что когда ты же, вот в чем драма, даже трагедия? Когда ты окружен вот такими вот людьми, у которых глаза в разные стороны от этого вероучения ненормального, когда все зомбированы, а твои потребности обычные, нормальные, человеческие, естественные, природные, хорошие, добрые, они из тебя выпрыгивают и лезут, а ты почему-то должен их отсекать. Почему ты должен отсекать желание рисовать? Почему ты должен отсекать желание петь? Почему ты должен просто запрещать себе какое образование, а еще и высшее образование хочешь? Ты что, дьяволу служить собралась? То есть все нормальное человеческое, все естественное, созидательное, доброе, творческое, светлое в человеке, вот это творческое начало просто кладется в гроб. И вероучение христианства, оно как дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Кто-то из святых отцов говорит, учитесь, развивайтесь, творите, вы же сотрудники Бога. А кто-то из святых отцов пишет, гроб, смерть, ад, черти, бесы, грехи, страсти, неусыпаемый червь, апокалипсис, страшный суд, гроб, смерть, бесы, копья, сковороды, грехи, суд, погибель. Ну, то есть, понимаете,
ненормальности выше головы. И как там можно молодому сознанию, молодой душе вот против всего этого устоять? Единственное только доверять себе и своему сердцу. Но вот даже это отсекается. Не верьте себе, не верьте своему сердцу, не верьте своему уму. То есть вообще человек, получается, отсекается от самого себя. Он не в контакте с собой. Да. Почему отрывают человека от контакта с собой? Да для того, чтобы он был послушным, как раб. Чтобы он был зависимый, послушный, как раб, и не принадлежал себе, чтобы его можно было куда хочешь, как хочешь, как раб силу использовать, как раба. Удобно же, удобно. Вопрос такой, вот какие жены получаются из бывших монахинь и инокинь? Я не знаю. Известные истории какие-то? Я знаю, что уходят, просто я вот общалась и имела такую радостную пример перед глазами, когда ушла, ну, не в постриге, а ушла послушница из монастыря. Ей было лет 16. Она ушла, сразу вышла замуж. Она родила 6 детей. Вот. Одна девочка и 5 мальчиков. Такие красивые дети, вы не представляете, какие дети просто. И она говорит, я, говорит, так люблю детей. И говорит, мне даже еще родить хочется. И она такая жизнерадостная, она поет. У нее дети очень талантливые. И у нее, ну как бы она раза 2-3 замужем была. И вот она вот вышла замуж, вот она сейчас 3 она уже вышла замуж. Мужчина взял ее с этими, со всеми детьми, и такой счастливый. И они еще родят, скорее всего, уже родили. Вы знаете, какая она красивая? На нее священники засматриваются там. Такая красавица. И она еще поет, она еще регентует, и дети у нее учатся. Великолепная мать, великолепная, потрясающая женщина, очень творческая, у которой растут просто дети, я не знаю. Там такие пацаны, такие мальчишки красивые, я не знаю. Вот пример. Священники засматриваются, да? Священники. Красавица, там она регент, у нее красивая, она очень... такая типаж русской красавицы, у нее такие зеленые глаза, темные волосы, там коса длинная. Она очень красивая женщина. Конечно, она там она еще поет прекрасно. Там не только священники, там все головы сворачивают. Вот такие вот, понимаете? Она ушла и сказала, я хочу детей растить, я хочу любить, я хочу жить, все. Ну, и она ушла до меня, то есть я пришла в этот, в первый монастырь. Вы знаете, Максим, про нее, когда упоминали ее имя, игуменья там рвала и метала, она ее там, такую грязь на нее лила. Вы понимаете, что все, кто поуходил из монастыря, я вот, кстати, даже одна из причин, почему я не называю монастырь там и имена, потому что вы понимаете, какая может быть отдача, какой может быть клевета на меня? Вы понимаете, когда вот про вот эту девушку игуменья говорила, да, она бесноватая, она воровала в церкви деньги, она там бухала, она там уже блудила. Я не знаю, что они там про нее придумали. Вы знаете, я когда ее в первый раз увидела, я не могла поверить, что это та самая, про которую говорили вот эти вот все фанатичные игуменьи, которые там вслед ей такие какашки кидали. Такую реку клеветы. Я посмотрела на эту Полину, Полина ее зовут, пообщалась с ней. Это светлейший человек, жизнерадостный, творческий. Поет, рисует, у нее старшая дочка, она там стихи пишет, я не знаю, танцует. Потрясающий человек. И вот это вот, простите, мурло какое-то мерзкое, оно ее там обсирает, сидит в своем монастыре и льет на нее какахи.
сколько лет прошло, ах, предательница Христа ушла, такая сякая была, такие небылицы придумывают там про нее. И когда с ней пообщалась, и когда просто ей намекнула, она говорит, ты уйдешь, про тебя тоже будут такие небылицы сочинять. Ты, говорит, сочиняют небылицы про всех, кто уходит. Вплоть до того, что, понимаете, как пугают тех, кто в монастыре. Пугают небылицами. Вот такая-то, такая-то ушла и пропала. Там или снаркоманилась, или спилась. И вот про вот эту Полину тоже ведь говорили. Спилась, своровалась с уголовниками там. Понимаете? Какой уголовник? Там такая чистая женщина, там такая интеллигентная, там я не знаю. Вот что про нее говорили в монастыре, чтобы запугать тех, кто в монастыре, сказать, вот уйдешь, тебя бесы поволокут по всем грехам. Вот такими пугалками пугают. Да, ну это тоже прием запугать. Это прием запугивания. Ну, это запугивание. Да? Уйдешь, пропадешь. Уйдешь, пропадешь. Весь мир возле лежит. Дьявол там просто ходит. Просто вот ходит вживую. Ходит и всех губит. Ну, а вы вот яркий пример, Лада, что вы не пропали, удачно вышли замуж, да, переехали, начали новую жизнь, получаете образование. Да. Понимаете, что реальность... Сложно вам адаптироваться к жизни, вот, к новой жизни в миру? Нет. Вот там было тяжелее. Там было просто жить тяжелее. Там не жить, там выживать надо было. А здесь просто жить. Здесь просто учиться жить, учиться радоваться. Вот ты встал утром, ты попил водички. Такая радость. Там такого не было. Ты встал утром, попил чай. С чем хочешь? С яблочком, с грейпфрутом, с вареньем, с молоком, с конфетами. Это же радость. Обычные вот наши какие-то человеческие ритуалы, такие домашние, это уже радость. Вышел на улицу, поехал, сел на автобус, поехал куда-нибудь. Город красивый. Люди разные, люди, дети бегают. Выглянул в окошко, вон там на площадке, дети в футбол играют. Кошечки бегают. Сели, поехали куда-нибудь в гости к друзьям, к родственникам, ну, к родственникам мужа. Съездили, пообщались, покушали шашлык, побыли на природе, искупались в озере. Радость, обычная человеческая радость. Что тут трудного? Ну, поначалу, конечно, было тяжело. Куда, чего, как? Все. А как вы с мужем познакомились? Вы можете вот об этом рассказать? О, давайте я расскажу об этом в одной из следующих наших трансляций, потому что вообще я бы хотела рассказать о чудесах, которые происходят в жизни, помимо, даже независимо от того, верите вы в Бога или нет. И поверьте мне, вот я вышла из монастыря, просто реально одно чудо за другим, одно за другим чудо, реально как будто бы меня ведут. И вот вы знаете, когда начали совершаться самые такие чудеса, когда я, знаете, я вот сейчас скажу, да, многие православные просто скажут бесноватое. Но у меня был такой случай, после которого все у меня стало налаживаться. Вот был момент, когда я вышла из монастыря, ну просто мрак, было очень тяжело, безысходность. И я молилась вот этому Богу, вот эти иконки у меня с собой были, я молилась. Я молилась, я понимаю, что я в какой-то момент поняла просто, что вот этому Богу все равно. Он мне не поможет. Он мне не поможет. Ему классно, чтобы я страдала. Вот как ему, вот этому Богу, или я не знаю кому, какому Богу там эти православные молятся, я не могу понять. Но их Богу очень хочется, чтобы паства страдала и истекала кровью мучений.
Я когда поняла, что этот Бог мне не поможет, что все, я буду делать то, что я считаю нужным в плане, я буду делать визуализации, медитации, я буду ходить, я не знаю, для того, чтобы отрегулировать себя психологически, да, так, в принципе, дела шли нормально, но психологическая регуляция была мне очень нужна. Молитвы не помогали. Я, знаете, что я сделала? Я просто встала ночью, я сказала, ты выдумка. И я жила на 9-м этаже у вот этой вот женщины. Я просто открыла окно, и вот эти все иконочки, вот я без негодования не могу об этом говорить. Вот эти все иконочки, вот эти все книжечки, вот эти все, вот эту всю. Я просто повыкидывала и сказала, все. Тебя нет. Тебя нет. И все, и с этого момента у меня все пошло нормально. Такое ощущение, что истинный свет в нас, он только этого и ждет, чтобы мы отказались от этих религиозных вещей, которые мешают нам быть на связи с собой, с Вселенной, с мирозданием, с высшими силами, с настоящими, с истинными высшими силами. А не вот с этим эгрегором непонятным, который хочет, чтобы люди только страдали, кланялись иконам, мощам и молились, постились часами. Главное, чтобы они страдали. Я просто, понимаете, Максим, я сердцем почувствовала, что христианство, оно создано для того, чтобы люди страдали и мучились. Чтобы вот эта энергия страданий, видать, она кому-то там, вот этим, я не знаю, каким-то демонам, которые прикрывают дому, говорят, что он Бог, ему, видимо, вот эти страдания нужны. Потому что Богу, Творцу, вы вот своим детям желаете, чтобы они страдали, плакали, я не знаю, кровью истекали, постились. Нет, никакой нормальный родитель, никакой нормальный отец не будет желать своим детям такого, он их любит. Но когда я просто поняла, что тот Бог, который проповедует христианство православное, это не Бог. Это, походу, противоположность Бога. Я все. Поэтому настоящие чудеса, они есть, но они вот в нашей обычной жизни, и они вне церкви. Хотя они и в церкви есть. Вот этот христианский эгрегор, он чудит еще как? Мироточение, слезоточение, кровоточение. Ну, чтобы удерживать в своей власти людей. Как нужно же какое-то чудо явить. И заметьте, все эти чудеса связаны не с тем, чтобы какому-то человеку стало лучше жить, а они связаны с тем, что какая-то икона закровоточила, замироточила. Ну ладно, кто-то исцеление может получить. Но исцеление дается человеку авансом для того, чтобы он остался в церкви. Просто так, от сердца, Бог там, в церкви, не чудотворит. Он чудотворит всегда с каким-то умыслом. Я вот сейчас вот многие будут, наверное, комментарии писать, что совсем богохульница. Да, да. Тот Бог, который людей, простите меня, нахратит пачками, это не Бог. И тот Бог, который покрывает вот это все беззаконие, которое творится в церкви, который покрывает вот это начальство, вот этих игуменей, игуменов и каких-то еще там епископов и священников ненормальных,
Ведь они живут, как сыр в масле. Ведь они живут, их даже карма не настигает за их дела. Потому что вот этот эгрегор, вот этот божок, он их прикрывает. Это его слуги. И его слуги творят очень темные дела. Так это бог не света, это бог тьмы. Поэтому, вот, конечно, скорее всего, будут комментарии о том, что я богохульница. Такого бога хулить не зазорно. Такого бога, который больше похож на демона. Спасибо огромное, Вада, за ваш рассказ, искренность, исповедальность. И вы знаете, да. Еще несколько пунктов осталось. Тут про апокалипсис, про все. Давайте озвучим. Обязательно. Ну, смотрите. Дожмем тему. Да, дожмем. Вот еще один пункт. Противопоставление себя миру. То есть любая секта, она противопоставляет себя и внешний мир. Точно так же и церковь. Церковь с самого начала себя противопоставляла миру. Она говорила, что эта церковь не от мира сего. Понимаете? И она-то святая церковь, а мир-то весь во зле лежит, мир-то в дьявольских сетях. Ну, смотрите, секты, конечно, да, там просто откровенное зло. Но вот мне вот, мы сейчас разговариваем с вами, и мне просто пришла мысль, что РПЦ, по сути, это мега-секта. Это не просто секта, это мега-секта, которая за 2 тысячелетия настолько отточила свое вероучение, отточила свои вот эти ритуалы, таинство, иерархию, заточено все идеально для того, чтобы удерживать адептов, не пускать их, еще и объяснять им, почему творится такое зло и несправедливость с тобой. То есть в других сектах, вот я читала вот у Александра Леонидовича Дворкина просто о других сектах, там лет 10-12, если это такая закрытая, сильная тоталитарная секта, там их хватает, ну, 10-12, ну, там максимум на несколько десятилетий, как вот секта Виссариона. Но рано или поздно это все по швам трещит, потому что тех скреп нету. А в православном христианстве мощнейшие скрепы, которые держат в цельности вот это вероучение, и мощнейшие скрепы там всего, вы понимаете, иерархия, вероучение, догматика, сама бытовая жизнь регламентирована так, что человек может там прожить всю жизнь и не проснуться. И, видимо, вот это вот засилие сект, которое было в 90-х годах, это просто показатель того, что рано или поздно любую религию настигает смерть. Как вот она рождается, вот она развивается и умирает. Вот секты — это такие бабочки-однодневки по сравнению с РПЦ. Но РПЦ ведь это тоже секта. Просто она более матерая, более там все, там так все заточено. Она непотопляема. Она сделана так, чтобы быть непотопляемой. Вот. Но при этом она секта. Ну, вы знаете, конец приходит всему. Кризис православия налицо, кризис вообще христианства налицо. Христианство вообще испытывает кризис уже много-много столетий, потому что ничего нового там не придумано. А вот эта идеология рабства, ее как-то же надо поддерживать, как-то же надо людям объяснять, ради чего вы все это страдаете, терпите. Награда на небесах, ну да. Церковь разработала очень много учений о том, как загробная жизнь в аду, в раю. Понимаете, у обычных сект, секточек, это не так все, не на таком уровне тонком разработано. Поэтому они и тонут все, поэтому они вспыхивают и гаснут.
Поэтому их безумие вообще налицо. Но в православии так все продумано и прикрыто. Но суть остается сутью. Это мега-мега секта, которая очень-очень... Я не знаю, кто это разрабатывал, но разрабатывали люди очень умные. По-моему, даже в совместном союзе с демонами. Потому что человеческий ум сам по себе не может такое изощренное придумать. Только в совместной деятельности с демонами. Ох, сейчас будут комментарии. О, одержимые. О, богохульницы. Да, богохульницы. Так, еще какие пункты у нас там есть? Противопоставление миру и самый этот... Ну, вот еще два пункта. Вот отказ от внешних ценностей в угоду внутренним ценностям. Ну, то есть, смотрите, ценности обычные, общечеловеческие, нравственные ценности, они есть в любом народе. Ну, то есть, элементарно, конечно, подразумевается, убивать плохо, красть плохо, быть неверным плохо, там, целомудрие хорошо, ну, то есть, семья хорошо, брак хорошо, все это прекрасно, да. Быть успешным – хорошо, быть здоровым – это хорошо, да, быть богатым – это приветствуется, быть красивым, богатым, здоровым, иметь семью – это вот ценности, обычные, нормальные человеческие ценности. Но в любой секте, в том числе и в православии, у них там свои ценности, которые перевешивают вот эти вот обычные, нормальные человеческие ценности, и они становятся на первый план. Что там в православии у нас на первом плане? Спасти душу. Душу спасти. Гибнет душа. Вот ты живешь, вот ты встал утром, завтракаешь, кормишь своих деток, собираешься на работу. Гибнет у тебя душа. Гибнет. Каждый день ты гибнешь. Ты работаешь на благо людей. Тебе нравится работа. Ты детей из детского сада вечером забираешь. Приходишь, ужин готовишь. Заботишься о своей семье. Гибнешь ты. Ты погибаешь. Душонка твоя гибнет. Ты ж в ад пойдешь после смерти. Нет, тебе нужно ходить в храм. Тебе нужно причащаться, исповедоваться. Вот только тогда ты будешь спасаться. Вы понимаете, как все с ног на голову? Если ты живешь нормальной человеческой жизнью, ставишь себе цели, достигаешь их, реализовываешься, занимаешься творчеством, занимаешься там бизнесом, ты идешь в погибель, ты идешь прямиком в ад. Нет, тебе не надо. Тебе нужно в первую очередь ходить в церковь, носить туда свои деньги, исповедоваться, причащаться, каяться в грехах, детей воспитывать строго в православном вероучении. Еще терпеть все скорби, еще и нарываться на скорби. Ну так, для пущей уверенности, что ты спасешься. То есть все перевернуто. В сектах, в принципе, там это более видно. Здесь завуалировано. Здесь вроде, понимаете, в тоталитарных сектах это было очень прямо и понятно. Вот, например, секта Муна. Там же просто люди уходили из семьи, там же просто люди отрекались от родителей. Понимаете? Есть секта псевдоправославная, называется Богородичный центр. Так вот там люди отрекались от матерей официально. Там в их вероучении было сказано, что мать – это зло. А как это вероучение кто создал? Создал один психически больной человек, который был в православии. У него были очень серьезные психиатрические, даже не психологические, а уже психиатрические проблемы. И у него очень были проблемные отношения с мамой. И вот как-то так, вот каким-то таким образом он сублимировал вот эту вот агрессию в адрес мамы и создал вот такое вероучение, где женщина – это зло, где просто, я не знаю, мать – это зло, и все. Ну, то есть, когда ну, просто тоталитарная секта деструктивная, там вот просто шито белыми нитками, там все очень видно, понимаете?
отрекись от семьи, продай квартиру, там, отдай, перепиши квартиру на секту. Там все явно, насколько там очень быстро человеческая жизнь разрушается. Приходит человек в секту, у него разрушается жизнь. Потом секты стали поумнее. Те же свидетели Иеговы, они как-то говорят, что семья — это ценно. Ну и как-то так вот люди семьями живут, свидетели Иеговы — целая семья. Также и православные. Семья — это хорошо. Любите, почитайте, дети, почитайте своих родителей. Там, да, отца и мать. А там же в Библии написано: отцы, не досаждайте, не раздражайте своих детей, то есть не обижайте. То есть любая заповедь, она всегда зеркальна. Когда заповедуется о том, чтобы дети слушались и почитали родителей, а родителям заповедуется, чтобы они любили и не досаждали, и не обижали своих детей. Но ведь в православии-то все не так. В православии просто, что бы с тобой ни делали, и даже твои родители, ты прости их, ты же терпи. Ну и что, что там у тебя там начальство психопатическое, или там в семье там что-то не то, там с психикой там. Нет, терпите, вот. То есть православие, оно очень хорошо подстроилось и под общественные ценности, но внутри все равно. Главная ценность ценности православного человека, истинно православного человека — спасти душу, которая просто гибнет каждый день от всех грехов и соблазнов мира. Вот, то есть ценности перевернуты. И, вы знаете, последний, самый, наверное, такой пункт, просто о котором можно рассказывать кучу баек, это, конечно же, апокалиптика. Это учение о конце света. И всем сектам деструктивным это свойственно. Говорить о том, что мир скоро закончится, что что-то будет такое, какая-то катастрофа или катастрофы. Секты христианского толка, они проповедуют, что придет антихрист. Тот же ислам проповедует то же самое, в принципе, только другими словами и немножко видоизмененно. То есть учение о конце света, о конце времен, есть во всех религиях, за исключением некоторых. Но вот в авраамических религиях, таких как ислам, христианство и иудаизм, там это учение занимает очень серьезное место. Вот это эсхатология, то есть эсхатология, то есть учение о последних временах, там очень важно. И, например, иудеи, они ждут Машиаха, Мессию. Христиане ждут Христа. Ну и, конечно же, Антихриста. Потому что до того, как придет Христос, явится Антихрист. То есть смотрите, сколько было пророчеств о конце света. Я не говорю про секты. Вы знаете, что были секты в 90-е годы? Я читала уже. Ну, в общем, были такие случаи, что люди уходили в леса, особенно псевдоправославные секты, которые там в леса уходили, потому что Антихрист пришел. Или люди массово заканчивали самоубийством, чтобы не видеть конца света. Что только не было. Но в православии все это мягенько, все это так вот как-то вот шелково, под пушком, как-то, знаете, ну вот Антихрист придет, ну и Христос придет. И, ну и будет потом Царство Божие. Будет, конечно, 3,5 года жутких скорбей. А вы знаете, сколько просто ходит вот этой вот маразмы, просто маразмы, об этих печатях, об этих штрих-кодах, сколько судеб поломано из-за вот этих ИНН, когда старцы и просто священники запрещали людям вот получать ИНН, получать вот эти, сейчас вот новые паспорта электронные запрещают получать. Это все содержит печать Антихриста. Вы понимаете, что они там очень боятся Антихриста. Вы понимаете, что вообще вот
любая секта, она реальность вот эту не видит. Она видит только свои галлюцинации. И вот все события в мире, они трактуют, как им удобно. Вы понимаете? В 2012 году что-то произошло, там, я не знаю. Так нам в монастыре сказали, что все, антихрист идет уже. Уже все, уже родился. Уже идет. Уже людям печати ставят. А людям что-то как, какие-то, я не знаю, что там было. Какие-то номера, что ли, выдавали индивидуально. Я не знаю, что-то там. Как, вот эта вот цифровизация началась на государственном уровне. И вот с началом цифровизации я представляю, что в сектах творится, но в этих, в церкви то же самое. То есть страха очень много. Страха того, что придет антихрист. Страх поклониться антихристу. Страх вот этой печати антихриста. То есть очень много баек, очень много поломанных судеб из-за этого. Вы знаете, что люди в 90-х не принимали ИНН и семьями голодали просто. Побирались и голодали. Я не знаю, что там такое. Потом уже, когда церковь поняла, что это какой-то заскок, посоветовались они в священном начале и решила, что разрешить православным христианам принимать ИНН, а то что-то совсем жестко. А люди реально готовились к последним временам. Люди не принимали ИНН. Люди, я не знаю, много чего было. Потому что вот этот ажиотаж с ИНН, я не застала. Я, во-первых, еще маленькая была. Ну вот, и я была еще не в церкви. Но вот это было. Да, спасибо большое, Лада, за очень интересный разговор. И, дорогие зрители, оставляйте ваши комментарии, делитесь ссылками на видеоролики. Спасибо, что смотрите. Спасибо Ладе за искренность и исповедальность, неравнодушие и смелость говорить правду о государственной церкви. Всего самого доброго, до новых встреч, Лада, всяческого благополучия, успехов во всех начинаниях, радости. Счастливо. Счастливо.